Приветствую своих читателей, с вами Никита Токарев, вот мы прибыли в Созополь, да, сейчас уже мы провели здесь больше 2 часов, как раз приехали со всей мототусовкой из Бургаса, прокатились по Бургасу, потом прокатились до Созополя, и вот здесь у Фламинго, вот видите, Фламинго, мы как раз здесь зависли, вот видите, здесь те моторы, которые доехали до сюда, некоторые уже уехали. Но людей здесь было много, видите, какая здесь красота. Вот. Мы идем в этот комплекс. Ой, споткнулся. Вот. Здесь мы как раз заседали, отведали болгарских ястий. Вот. Музыка здесь играла, живой не было. Вот. Но так было все хорошо. Так что приглашаю вас, приезжайте к нам в Болгарию, да, будем вместе с вами путешествовать. С вами был Никита.